Сегодня в республике вспоминали о важном дне в истории страны. Исполнилось 25 лет ныне действующей Конституции. К этой дате приурочили праздничный концерт. Главными героями торжества стали юристы. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Это специальный экземпляр текста Конституции России. Именно на нем приносит присягу президент. В соответствии с частью 1 статьи 82 Конституции Российской Федерации, при вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу, утвержденную Конституцией Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу. Сейчас в Конституции приведено 137 статей, которые определяют права россиян. Основной закон был принят по итогам всенародного референдума 12 декабря. Конституцию могли принять и раньше, но разногласия исполнительной и законодательной властей по ряду статей затормозило важный процесс. Точку поставил референдум. За новый основополагающий документ проголосовали 58% россиян. Человек, его права и свобода являются высшей ценностью. Об этом вы говорите, об этом говорят государственные деятели. А так люди доверяют нам всем, органам власти, с учетом того, что нормы Конституции соблюдаются на территории республики, права и законные интересы граждан тоже соблюдаются. Даже наши уроженцы участвовали в разработке нормальной, хорошей Конституции, которой практически на несколько веков хватит нашим поколениям. Гарантами Конституции выступают юристы. Служителей закона глава региона поздравил с прошедшим праздником. Михаил Игнатьев отметил, что эта профессия остается востребованной. Спрос на квалифицированных специалистов в республике растет. В органах прокуратуры, безопасности, Министерства внутренних дел, юстиции, судебной власти, в органах вообще государственной власти, в органах местного самоуправления служат высокопрофессиональные юристы, которые с честью выполняют возложенные обязанности. Труд юриста оказывает значительное влияние на процессы, происходящие в экономике, социальной жизни, потому что без нормальной законодательной базы невозможно развивать вообще реальный сектор экономики. В республике реализуют и программы по повышению правовой грамотности и оказанию бесплатной юридической помощи. Чаще всего жители региона обращаются за поддержкой в возмещении вреда, восстановлении земельных и имущественных прав, а также взыскании долгов. Сегодня реализуется в республике также проект «Юристы населению», одной из основной целей которой это оказание правовой помощи гражданам, особенно на селе, в жизненно важных вопросах. Нотариусам, судьям и адвокатам глава региона вручил госнаграды, а министру юстиции медаль ордена за заслуги перед республикой. Финалисты всероссийского конкурса, приуроченного к 25-летию Конституции, сегодня получили свой главный документ – паспорт гражданина России. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.